Целые индустрии сокрытия номерных знаков, искусственная грязь, шторки, магниты, чего только сейчас нет, чтобы избежать платы за парковку. Идея скрыть регистрационные знаки так, чтобы их невозможно было рассмотреть на видео с камеры, многим автовладельцам кажется очень привлекательной. Однако пожалеть о приобретении таких суперновинок приходится многим. Так, например, искусственная грязь практически не оттирается, что, как говорится, себе дороже. Согласно части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. Перспективы время от времени получать письма счастья со штрафами за превышение скорости вовсе не радуют автовладельцев. А так как радары для автоматического определения скорости установлены на всех дорогах регионального и государственного значения, у водителей есть выход не превышать скорость. Однако эта перспектива некоторых не устраивает, и они маскируют номера своей машины. Например, так называемой нано-пленкой, якобы скрывающей цифры и буквы от радаров. Однако, по заверению многих автовладельцев, она малоэффективна. Операторы центра фиксации все равно распознают номера. Согласно части 1 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей либо предупреждения. Еще одно разъяснение касается выезда на обочину в нарушение ПДД. В постановлении Верховного суда говорится, что уступить дорогу таким водителям никто не должен. Штраф здесь 1500 рублей. Ситуация с установкой на автомобиль нештатных ксеноновых ламп, которые ослепляют встречный поток, тоже будет наказываться. Теперь за такое усовершенствование грозит штраф 500 рублей. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».